В советские времена Грузия поставляла на наш алкогольный рынок 2 миллиона декалитров вина. Ну что такое для российского рынка? Даже вот все будет как есть. До тех пор, пока не предъявят нам данные о том, что вино качественное стало. Кстати, Башмет, по-моему, как-то недели две назад сказал, что встречался со своими грузинскими коллегами, они мне передавали привет и благодарность, что, как говорят, в Грузии появилось нормальное вино. И когда, я же уже говорил, что в Молдавии, когда мы перед закрытием, 45 миллионов декалитров якобы молдавского вина. Хотя максимально, что Молдавия может произвести, 20-23 миллиона декалитров. В два раза больше. Фальсифицировали и у нас, и у них. Так что все хорошо. И пострадала не Молдавия, а больше пострадала наша бизнес. Потому что основные, кто занимался поставками молдавского вина, это были российские бизнесы. И где-нибудь в подвале какого-нибудь сомнительного заведения в Мытищах производились как раз лучшие сорта молдавских вина. Ржавые корыты, нелегальным гастробайтером, он крупнейший владелец, вылавливал тончайшие ароматы.